Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по НДФЛ при возмещении вреда. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда потерпевшему было выплачено возмещение вреда, при этом выплату осуществлял не причинитель вреда, а иное лицо. Соответственно, возник вопрос, какие последствия возникают по НДФЛ. При этом здесь следует уточнить, что все вот эти отношения по возмещению вреда, они осуществлялись в рамках уголовных отношений. Но я полагаю, что вывод, который сделал Минфин, он распространяется и на иные отношения, в рамках которых возмещается вред. Так вот, Минфин указывает на то, что при выплате возмещения вреда не причинителем, а иным лицом у причинителя вреда возникает доход, экономическая выгода в натуральной форме. И, соответственно, этот доход подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке. Таким образом, лицам, налогоплательщикам, у которых возникают отношения, связанные с возмещением вреда, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.